Здравствуй, мой любимый поклонник стратегий. Ты слышишь Алексея Халецкого, это значит, что ты на канале Лёша Играет и смотришь продолжение партии Занубио на 10-х Sid Meier's Civilization 6. Если ты случайно наткнулся на это видео, то лучше перейти к началу партии, ссылка есть в описании к этому ролику. Ну а спонсоры канала все видео видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку и приятного продолжения просмотра. Нет, только не Уфу. Не он. А, стоп, нет. В Самарканд отправлю. Так, пробуем венецианку. Ну там есть... Да, блин. Кто опять? Атиня. Атиня. Я не буду отключать таймер, потому что он успевает заходить. Если что, в конце отключу. Есть предположение, что ББС с большой карты не справляется. Только у тебя, да? Не, имеется в виду, чем дальше, тем больше шанс на рассинхрон. Уже который раз вижу, что у вас такое происходит. ББС точно, причем он сразу прогружает всю карту, прорабатывает. Лёш, мне ходить можно? Да. Я не просил. Ты хочешь моего капера убить? Ах ты гад. Так, ну я попробую этот фрегат. ББС только в начале работает, да? Завалить. Ну, насколько я понимаю, ББС просто прорабатывает карту. А карта с самого начала прорабатывается. Все ресурсы на ней тоже. Так, и мне, ну, конечно, нужны будут эти... как их? Броненосцы. Ну, чисто прокачать, потому что тут 74 выше шанс. Деньги спереть негде. Так. Ну, Конго, если ты там ждешь мои корабли, тут просто мне не дает проплыть португалец, как ты понимаешь. Я догадываюсь, я... Ниже Квиллы. Так, я когда построю венецианку, мне надо у кого-нибудь денег взять, купить броненосец 1520. Жены иногда закачивают первым, нежели остальные, а там хотя бы его. Не, ну это нечестно, Португалия сейчас было. В смысле? Ты же походил. Ты первый увел свой корабль. Честно, когда я убиваю тебе корабль. А, ну так. Ну извини. Так, я, наверное, венецианку сейчас достраиваю, по идее. Так, Репсия, мне нужны деньги на покупку броненосцев, так как я венецианку построил, то, соответственно, я сейчас могу броненосцами там прийти и разлохматить весь флот. Но броненосец... Только если ты производишь. Нет, и на покупку тоже. Поэтому. Кто мне денег кинет? А броненосец стоит 1500, так что мне надо много денег. А уголь есть? Да, угля у меня дофига. Но в будущем, надеюсь, что вернут хотя бы 850. Нет, я деньги точно возвращать не буду. Это как бы на... Я же... Как я себе плюс делаю? Я покупаю армию, я еще за нее содержание плачу. Ладно. Хочешь, он может... Давай, пускай он захватывает твои города. Типа такого, что ли? Точно, да, да. Так, Инк кинул деньги. Сколько я им кинул? Маленькими траншами. Инк 300 кинул. У меня самого нету сейчас. А время идет, ход заканчивается. А потом Алексей покупает на эти деньги кампуса и уходит в науку.
У меня уже везде компуса стоят. А вот лаборатории нет. Да, кстати. Конго кинул деньги. Я делаю сам флот. У меня тут стоит, дежурит, дежурный флот. Португальца, да, португалец? Да, слушайте, только... Сколько там стоит? Только при постройке все-таки, блин. Печаль. Португалец. Ну да, вот я говорю, около того с флотоводцами и прочим. Так что, сорян, ну как бы я тут сам флот делаю. Ну так у тебя и денег нету. Ну вот, все туда и уходит. Блин, тут я вообще надо бы... Думал, на каком моменте можно сначала было вообще победить португальцев. И реально надо было упарываться вначале в гавани, потому что я их мог раньше строить. И уже там захватывать его галеркой. Да тебе не обязательно было его захватывать. Я думаю, ты бы защитился от него, у тебя было больше науки. И когда он приплыл к тебе фрегатами, у тебя должны были быть уже... Кто там, пикинеры, получается... Пикинеры, каравеллы, ну или в мушкетеры ты должен был выйти раньше него. А раз у тебя мушкетеры, то у тебя сила городов. Ну, правда, у тебя селитра была, кстати? Была. Ну, и, значит, хватило бы тебе. Мушкетеры бы не хватило. 6 каперов стреляет. Или 5 там, и все. За один ход минус город. У него фрегаты были или каперы? Фрегаты, да, прошу прощения. Блин, что-то у меня слабенько с производством в морских городах. Вот в чем проблема. Ну, я святилище для храма и... Так, это мне не надо. Да, слушайте, всего один фрегат. Ой, не фрегат, этот броненосец жалко. Я думал, с венецианкой я смогу покупать. Так. Слушайте, мне тут надо города китайца увидеть. Китай предложение. Китай, а ты в войне с Португалией или нет? Не в войне, но и без дружбы. А открытые границы у тебя с ним есть? Еще раз, что? Открытые границы у тебя с ним есть? Нет. Че, я на нашем континенте только один что-то пытаюсь сделать, типа с Португалией. Сейчас заканчивается союз с Китаем, он меня выносит. Да я не знаю, что там остальные. Мне больше нравится испанец, конечно. Я пытался, короче, что сделать, но они сидят в Чили. Ну, Китай усилится, точно. Он сидит, типа, он сидел ходов 20 с пистолом военной мощью, типа, что-то сидел, и сейчас решил клепать армию, как раз когда он скончается. Китай, кстати, да, Китай, ты либо объявляешь войну, либо я тебе объявляю войну. Ну, если объявляешь войну Португалии. Я военную мощь наращиваю корабли. Ну так объяви войну Португалии, пожалуйста. А зачем? Ну, чтобы мы были уверены в тебе. Вот у вас континент. А так выглядит как бы... Ну, Сэна, вот у нас весь континент с Португалией воюет, просто весь. Типа, как будто нам больше всех надо. Он вообще со всей картой воюет, кроме испанцев. Ну... Как у испанцев, очевидно, да, караваны.
Осман ушел, то есть как бы по факту, я же говорю, у вас как бы такой континент очень интересный. Я бы по-другому сказал, но не буду выражаться. Я не понимаю, вы реально не видите, куда он отправляет караваны? То есть, ну он же куда-то отправляет, у него деньги появляются постоянно. Они идут вот в сторону испанца. То есть к Испании все-таки отправляет? Потому что они идут в сторону куда-то туда, то есть где его город стоит. Конкретно, конечно. Куда они не доходят, я не вижу. Там еще Антананариву есть прям под португальцем. Ну, кто-то видит, что в сторону испанца отправляется. О, катастрофическое, но вроде всего лишь универ сломался, да? Оттуда? Две клетки. Вот эта клетка, ну это нормально. Там был лес, правда. Очень большим населением. Очень большим потеряны две клетки. Ну, это как бы не очень большой на самом деле. Это терпимый ущерб, я бы назвал. Так, подождите, а у нас ход начался, а Тиньо не в игре, а никого это не волнует опять? Успеет. Все, уже привыкли. Ну, он вроде бы сейчас отключился, поэтому... Господи, у кого-нибудь, хотя бы у кого-нибудь есть апостол, пожалуйста. Ну да, уж атлант стоит. Содержание юнитов. А зачем тебе апостол? Так, на улучшение юнитов возьму. И, наверное, рационализм уберу. Убиваться. Ну, могу буддистского привести, но ты сам так буддист. Я не смогу достичь, я уже думал. Либерализм поставлю. Я вообще не понимаю, почему у меня так мало культуры. О, больше науки стал за счет счастья, понимаете? Я же от твоих городов смотрите. Получаю, ап. Покупаем. А нет, это для меня работает, поэтому мне выгодно распространять религию. У Конга фишка, ап. Что я перенимаю. Покупаем пушку. Религии, ап. Покупаем пушку и следующим ходом вот, делаем... Все верования или более религия. Крою мобилизацию. В большинстве городов. Храм. Дамбу. После храма гурдвару надо купить тут. Акведук. Мне, наверное, валета уже не нужна. Я уже все купил. Заверли. Просто, чтобы не доставалось. О, у меня минус 13 угля пошло. Подождите, а почему я только плюс 3 накапливаются? У меня же где-то был... Подождите... У меня где-то был 2 ресурса, а не один. А, тут лесопилка. Так, ну мне нужен рабочий, чтобы... Даже 2 рабочих. В каве надо рабочего сделать. Флотоводца бы тут еще заполучить. Но тут, кстати... Ну, это так себе для меня, потому что у меня немного денег. Из одного юнита. Да, да, я понял. Я почему-то думал, что он уровень повышает. Где шпион? Да, блин, ему некуда... В Китай негде отправить ничего стырить. Так, обработаем тут. Значит, в каве делаем строителя. В напате делаем строителя. У меня угля должно хватать, когда я эти обработаю. Теперь. Раз корпус.
2 корпус. 3 корпус. Мобилизация ускорена. Ты там с ним ведешь войну сейчас? Ну, на море под да, под море. Конго. Ну, то есть там его основные силы есть, да? Я не знаю, какие у него там силы. Но у него знаете, возле меня дежурит. Что-то вроде 3 флотов фрегатов вроде было. А, что? 3 флота фрегатов. Португалец, это что, прикол что ли? А у тебя что, вся боевая мощь возле меня торчит тут? Ну, наверное. Там просто такой флот стоит, как бы, недалеко. Еще я не понимаю, что он Вьетнам еще не этот, не уничтожил. Кто? Два города. И этот, португалец. Я его бью. Я думаю... Понимаете, он не может наш континент, типа, уничтожить, потому что города будут все равно отваливаться. Он может только захватывать и уничтожать города. Но это ж упорка просто вообще. Османа, ты не сможешь дать золото на аплинкоров? Я так веду, бессмысленно тут ставить. Не, ну все не надо, я сейчас скажу, сколько надо. Потому что я свою роль... О, Рурочку. Сделал. Ну, то есть... А давайте. Несчастье мое. У меня угля нет. У меня нихуя нет. Ой, извините. Я не больше не мутируюсь. Типа, я на тебя нападать сейчас не буду. Тебе сколько надо, короче. Кинь мне предложение, я посмотрю и приму. Хорошо. 302 науки. Ну, просто нам важно, чтобы Китай с португальцем воевали, на самом деле. То есть они два лидера, и они должны будут друг друга стопать. Такой приятный придаток Китаю. А, почему я не буду воевать? Ну, потому что я сейчас... Да. А вот это вот не захватит его. Ух ты, у нас нету рассинхрона или есть сатинью синхрон все равно? Ну... Когда он рассинхронируется? Вот в этот раз я. Блин, неплохо. Через раз. Испанец предложение. Так, тут можно передать вот эти клетки. Ну, я его на суше тут отвлекаю, он, ну, хоть что-то, типа, он тут кирасиров строит, там, не знаю, золото тратит, ну, то есть я хоть что-то делаю, типа, хоть один город разрушил, хоть он печальный был, ну, хоть что-то, короче. Молодец, молодец. Время напасть на него с моря, потому что он сейчас, он, а, блин, он уже аэродром построил, блин. Да не, аэродром не страшно. Ну, да, типа, ну... Если на земле нефть или нету. Сколько же луби угля? 3. Это 3? Да, ну ты угольные электростанции видишь, блин. Он по поиску уголь находит угольные электростанции, господи. Извиняюсь. Блин. Некуда отправить. Ну давайте, не знаю. Давайте заходите в этот в Ханьдань. Факт диалога с лидером. А там нубия все. Щеки черные, руки черные. Уголь нашла. Работяга. Да, да, да. Ух, тут у нас еще островки какие-то. О, Тори Ди Билен кто-то строит. Будет вкусненько, наверное. Есть у кого-то военный союз свободный? А, я больше никого не встретил. У меня нету. Вон, Нубия, можешь посмотреть. Я тут не просто тоже стою. Куда посмотреть? А, у тебя ж нету. Видно. Данди. Вьетнам? Не, я ж не вижу. Я не могу же даже к себе шпиона отправить, типа. Ну да.
нам мы не продлеваем? А Кунг говорит, продлеваем, конечно. Ну чё, португалец, давай еще один ход, да попробуем с твоим флотом схлестнуться. Я надеюсь, хоть что-нибудь получится. Красиво открываешь португальцу, у него со всеми война, кроме Испании. Не стыдно? Испания. Конечно, стыдно. Хорошо. Четыреста семьдесят шесть, надо посмотреть, сколько у него плюс. Просто пытаюсь найти где-то караваны его. Вообще, это самое главное, мне кажется, найти его. Тем более, что он нормальный. Что-то обманул ты меня, Инк. Магадиш уже ходов 30 стоит, все. Даже не планируешь его брать. Я его окружил. Смотрю, 84 стала обороноспособность. И я тут такими сами тремя бомбардами думаю, окей. Дэвил, ты как чувствуешь? Я просто подумал, блин, сейчас попросить надо китайца, чтобы он открыл дерево социальных цивиков. Прям сразу же открыл. А что ты так хотел туда понасылать этих послов? О, Самарканд, В Самарканде у нас коммерческий район есть. Так, завершён акведук. Кампус, центр коммерции. Театралочку. Что-то не особо хочу. Ну, можно Арсакхас. И тогда соседство для театралки, наверное, получится. О, Великий Зимбабве. Ну, блин, для Хеха как-то странно. Большой бассейн. Не, подожди, так тут делаешь? Дамба нужна. Ой, с валетой. Ломать ее надо. А почему здесь не ставится дамба? Давай, как хотите. Во что апается осадная башня? Кто так подскажет, чтобы не искать? В машинку, по-моему, или в медика? Там Майя. По-моему, в медика. Странно, что реально вот здесь не ставится? Угу. А у кого речная пойма. У Лёши. У меня. Ха. Это там легендарные священные места по 18 сил. Топ 18. Да. Он от нас. Привет. Я вот это. Блин, ну дамбу надо поставить. Стил к себе буквально в 5 клеток надо было проплыть. Ходов 10 назад, но меня перекупили корс. Слушайте, а научные ГГшки вообще в принципе есть на карте? Да, у нас есть на континенте. Только она в центре континента. Ну, у нас. Если бы она была на вашем континенте, было бы вообще огонь, кстати. За нее можно было бы побороться там. Бомбарды всегда стоили 1100? Кто? Да, у нас стоит сессия, ну, на то, что за золото дороже. Ага. Мы ж уменьшаем Португалии возможность покупать. Вообще, ну, у меня вот претензия, что, типа, почему за деньги можно купить все, а за веру только наземные юниты? Ну, мне кажется, у меня голды вход больше, чем у Португалии. Ты можешь проверить это сам? Не могу, у меня постоянно рассинхрон. А, ну да. Может, три лобби сделаем, а то рассинхроны уже порядком надоели.
вообще без проблем, честно. Не, ну мне, наверное, уже сейчас пока хорни не надо. Ну просто у меня нету, блин, у меня один город на море, я не могу там... Дай, наверное, может лучше Конго тогда. Я не знаю, Конго тебе есть что за... Ну, просто сейчас дорого стоит все. Или шотландцу, не знаю, кто там воюет с португальцами. Португалец, а куда ты флот убрал-то? Я тут выдвинулся. Догоняй. Бегу. На всех парах. Нельзя как эту... Так, Напата, банк у нас. В Пекине мало ферм стоит. Ну, Биг Бен мне немножко не в тему будет, потому что он мало даст денег. Так, слушайте, давайте Магнуса в каву уже перебросим и будем на... золотом проблема. На корпорации прокачивать. Как банально, три фермы и прям поднимется город еще на два. Аквакультура у нас есть здесь, поэтому тут нужен рабочий. Я, наверное, куплю рабочего. Лучшая авиация и алюминий очень близко по дереву, так что португалец мог уже быть. Да меня китаец хочет захватить? Нет, не хочу. Зачем мне тебя захватывать? Ну, очень интересно стоят корабли. А, они не к тебе плывут. Блин, там испанец еще ходит, как всегда. Блин, сидишь... Ну, не могу сейчас это открыть. Ну, все отлично. В очередной раз мы этот ход делаем. И когда все загрузится, можно ходить. Так, два хода до лаб. Что, биржу построить? У меня денег мало, так что, думаю, биржи вполне пойдут. Норм. В Нуре минус 2. Продуктовый, несомненно, иначе тут вообще без еды будем сидеть. Я тебе, может, какой город открою, из Ханданя перекину. Ну, где еще могут быть центр коммерции? О, кого встретил? Османа встретил, последнего. Все, все прогрузились. Да, вроде играем даже. Португалец, смотри, я сейчас сразу подведу. Вот там, где пойма рек и два краба, видишь? Я вот слева туда подведу просто. Как в прошлый раз. Да. Так. Да, убивай, ты ж убил в прошлый раз. Пойду попробую здесь все-таки голову поставить. А, слушай, а у тебя что тут? Армада и все, что ли? В Лавенту отправлю. Подлодка еще? Так, великие люди. Этот не хочу. Посмотрим, тогда уже интересно. Формирует армию. Не, пока ничего этого не хочу. Не, ну нефть у него есть на подлодке, так что он может быть с подлодками уже. Ч
еще уголь. Так, амбар построили. Давайте гавань. И пока... Нет, куда я тут хочу? Наверное, в строитель... Ну да, в естественную историю. А, рурку угнали. Блин, так может мне надо было чудо тут какое-то? Мун-Сен-Мишель. Лучше Тадж-Махал, может. Давайте, может, Тадж-Махал поставим. Орсакхас нафиг надо, потому что у нас уже дамба стоит. Неизвестный город побежден. Вот тебе. Так, дружба вот. С Конго. Бэтмен. Что? Я тебя подвел апостола поближе. О, спасибо. Блин. Надо было города проверить, еще в Мирое поставить на рост. Блин, нормально опять буря. Правда, пока ничего обычное. Пыльная буря. Я тоже. Так, кто нам посчитает? Капитализм ускорен. Смотри. Чё? Ты если бы хотел уйти, ты бы сказал, я бы тебя не трогал. Ты мне сейчас чуть заика не сделал. Вот это уже другое дело. Просто я же говорю, меня Бэтмен подставил. Он как... Он как ты отвел свой тот корабль, он взял там апостолом по моему стукнул. Че, разменивать будем или отпустим поломанных? Да блин. Слушайте, вот у кого совести хватает, а вот скажите честно. Я самый бомж по деньгам. Вот зачем у меня их еще и тырить, а? Ну, если они есть. Не, ну это не ты и не нубиец, как бы. Соответственно, остается, скорее всего, только один человек. Ну, два. Я? Нет. Надо на меня. Я клянусь, что это не я. Пять клеток теперь повреждено в этот раз. Так, ну в любом случае нам надо лабы строить. Пускай продуктовый достроится. О, гурдвару куплю.
этот буддизм. Это я вызываю на бой твоих апостолов. Осман предложил. Ну, он потеет, пока вы тут с Португалом возите. А что вам надо? Ну, вдруг. Что-то неожиданно. У меня через всю мою страну по всей пустыне прошлась пустынная буря. Мне все поломало нахрен. Я возмущен. Это божья кара за Португалию. А тебе какая кара за эту? Кстати, да, португалец, ты отступил или как там? Чё? Отступил, да. Блин, 10 веры. Кайф. Ты воевать хочешь? С кем? С Китаем. Почему с Китаем? Потому что религия, крестовый поход. Нет, у меня кроме крестового похода есть еще всякого интересного. Так, Кумаси и Лавента, пожалуй, пока это все оставляем. Блин, может с Кардиффом наконец замириться? Две энергии за каждое планы, здание в гавани. Я больше не могу ничего сделать ему. Так, я бы тут лабу купил на самом деле. Торок, я обещаю к тебе караванов не пускать. Нет, я не буду с тобой видеть. Так. Ну, вообще... Ты испанец. Ну, в принципе, почему нет? Так, ну я думаю, что мне надо уже думать о том, чтобы нападать на испанец, Конго. Ты делаешь? Или компьютер опять? Я делаю. Партию страдаю. Мы тебе сочувствуем. Я вообще поясню, как у меня 4 угля и при этом из редких ресурсов один янтарь. О, у тебя 4 угля, а у меня ни одного. Наверное, там какое мне совпадение. И алюминия с ураном насыплет. Ну, нефти вообще ни у кого нет. По крайней мере, я не вижу. Слушай, не убивай надежды. Португальца минимум, я вот вижу два стека уже добывается нефти. Ну, это я португальцы, я португальца не вижу. Но он подвел туда, типа, биплан, и я просто, ну, я не могу ему ничего сделать, он убивает. Теперь нам лучше получше. С выключенным микрофоном. У меня достроилась дамба, и в этот же ход река все сломала. Это вообще нормально? Просто мрак. И пустынная это прошлась. Кайф, кайф. Сколько же загулял Вьетнам, а? Сколько? Много. Много. 4 месторождения. Так, что в Мирое? А, пригород а сломали. Я не знаю, куда столько девать. Я могу тебе подсказать. У тебя нет лакшери, у меня нет угля. Мы можем договориться. Можем хорошо очень договориться, да. Потому что
моя ромашка, вон там, вон, видишь, которая захламляет все вокруг. Так. Я поймаю, кто тырит. Давайте тут пригород. Видите, не могу пока проекты делать. Ну, нефть давайте открою. Глянем, где она. Потом в улучшенную баллистику для... Хотя... Ладно, пошли пока так. Надо подумать еще, что там делать. Так. Здесь жилье есть, нету еды. Продуктовый рынок построен. Биржа. Народ, ну, теперь... Китая 301 науки. Ну, у тебя все еще больше. Ничего, да? Не, ну вот тебя догнал, да. Просто, понимаешь, мы сейчас заключим... Пилить меня, я не понимаю. Кто тебя пилит вообще? Все. Дело в том, что с тобой заключаешь мир, и ты ко всем отправляешь караваны. И не буду я ко всем. Честно? Честно? Дайте мне внутренние караваны отправить. Ну, на, а кто тебе не дает внутренние отправлять? Ну все, давайте мириться, я отправляю только внутренние. Никаких внешних. Ты что, зря кораблики строил? Хитрый какой. Они только приплыли. Так тебе и поверили. В смысле поверили? Это, блин, ну вообще как бы... Нам скучно, мы хотим воевать. Вы хотите воевать, а у вас люди другие выигрывают. То есть... Мы с ними повоюем. Когда вы с ними будете воевать, они уже в ядерках будут вас кидать вот так вот, туда-сюда. И смеяться вам в лицо. Это лук? Ну нахер так играть. Согласен, у меня тоже жопа горела, когда против меня все воевали. Ну, слушай, прямо скажу, что я с тобой не воюю, как бы сейчас. Ты мне уничтожил весь флот? Ну, ты нет, я другим. Ну, а другие, видимо, хотят захватить города какие-то. Ладно, хорошо, смотри, я пока патрулирую просто водное пространство вокруг, все. Тебе война объявляется ради того, чтобы ты не мог караваны отправлять. Я вам сказал, я не буду караваны отправлять. Так, серьезно? Хихилла. Вот надо ли мне гидроэлектростанцию еще? Мне кажется, что мне... Хотя... Не, да ладно, давайте построим. Энергия всегда нужна. Кстати, я лидер по очкам. Я, например, 170 ходов ограничения. Так, шпион. Тоже нечего строить, слушайте. А, нет, гидроэлектростанция есть. Давайте... Скажите, там я должен турка еще увидеть сверху. Не, Анкара маленький. О. Ничего себе, Китай где-то нашелся. Я жестко пострадал от всяких вот этих вот. Так, вот, наконец-то могу к шотландцу отправлять шпиона. Тут давайте крабов обрабатывать.
Так, продуктовый сделан. Давайте лабу, потом отремонтируем фабрику, потом гидроэлектростанцию. Просто прошу мира, не надо дружбы там, союзов просто. Ну, я тебе дал мир. Я на тебя не буду нападать. Лёш, давай мир заключим, я не буду караван отправлять. Так а зачем мир-то? В чем идея мира? Я не собираюсь, ну я не буду как бы нападать каким-то образом. Ты сейчас не будешь, а потом придешь грабить, блин. Испанец там на Португалию, кстати, собрался. Блин, ты испанец. Ну ладно, давай мир, просто... давай. Я испанцу разложу, блин, если он на меня нападет. Ну вот. Ты что баним? Я бы забанил инженеров и научные ГГшки. Научные это однозначно. Да. Инженеры. А почему инженера, а не ученого? Тоже вот ученых, думаю, лучше. А научные ГГшки... Я считаю забанить фест, ученых. Там, наверное, культурный профит не забанить, потому что Феста, он что дает? Он при обращении в религию. У вас там все нормально по науке. Ну и там... У нас науки да. нету на острове, так что... Думаю... Нет, он уникальный бонус не дает. Он не этот, никак не мешает мне делать послам. Короче, я в научный забросил. Ходить. Так никто не заинтересован обменять уголь на ресурсы роскоши. Очки да, людей. Да. Кидывай ну, ты единственный, кого я не встретил. Я бы поменял. Я думаю, что им и Вьетнам забросил кидывай против научных, потому что у него Мохенджо-Даро. Но мне невыгодно, мне Кумаси нормально дает культуру. У меня бегают караванчики, как минимум 20, 30, 38, 46, 46 а культуры. Потом? От Кумаси. Ты мою ромашку не видел. Ой, как больно. Вычисляются великие ученые. О, у нас затопление началось. Воу-воу-воу. Если ты готов отдать последнее за уголь, то... Готов. А где у нас, дам, эти плотины? Компьютеры после ракетостроения. Китай, давай мир. Блин, слушай, вот португалец, открываешь даже техи, ты... Всех нас на эпоху обгоняешь. Ты удивляешься, что мы как бы с тобой... Не знаю, португалец... Как это при чем? У меня ни промки нет. Хорошо, у Китая столько же науки, сколько у тебя, но он отстает на эпоху. Ну, как бы... И тебе не нужна промка, ты можешь покупать за деньги. Сможешь покупать. А за какие деньги, если я согласился не отправлять внешние караваны? Это все, мне кажется... Я вам дал обещание. Блин, мрамор тонет. Слушайте, мне валету надо будет засоюзить. Мне только надо открыть плотину и валетой купить плотины. Твой флот. Или что похоже на... Мой? Да, корабль. У меня практически все уничтожено. А, ну да, это... Плывет тут исследовать турка. У меня тоже, миротворцы. У меня весь флот был уничтожен на подходе к Конго. Там кораблей сколько? Ну, несколько. Сначала первый флот, потом второй флот. Не, ну я же говорил, что я делаю. То есть я, ну... Да, да, ну просто я шел Конго помогать, а тут проплыв в две клетки. Там стоят несколько кораблей португальцев, он просто не дает проплыть. Дай, ты миришься ли я тебя атакую? Меня? А, все, понял. Вижу. Нет, не теперь я про Китай. Ну ладно, давайте примем 10 ходов, посмотрим, что там будет. Меня очень испанец пугает. Я в дефе сижу от него. А, кампус. Так, короче, мне надо быстрее плотины открывать. А, слушайте, а ракетостроение после чего, извините? После нефти. После нефти. Угу, значит, вот здесь. Просто минус наука. Помогите мне. Поможем.
А у меня нефть есть. Одна. Ну, она же есть. Так, я здесь, а то у меня у товарища инет пропал. Ты здесь. Все отлично. Да, как же все печально с другими ресурсами. Слушайте, плюс 6 вот здесь. Давайте. Давайте строителя и сюда театралочку. Уберем лес. Вот Турция, наконец-то. Ну да, можно и так сказать. Кайф, два шпиона, оба захвачены. Кайф, зашибись. Ну, у меня нету разведывательного управления, правда, но шансы были высокие, оба захвачены. Все равно, как такое может быть? Так, и что Кумаси хочет обратить в веру? Слушайте, давайте апостола сделаем и пойду обращать в веру. Выполним это задание. Так, и тут они говорят. Слушайте, а кто со второго континента продаст инфу, где Фес находится? В центре, говорили уже. Ну, понятно, меточку, чтобы я туда дошел, можно? Заключить договор испанец. Что-то предлагает. Вы, кстати, помните, что мы... У нас еще и на счет тут. Так, на всякий случай. И пока у нас в лидерах испанец. Испанец, мы продолжаем союз? Да. Леша, такой же вопрос. Такой же или научный? Я за такой же. Испанец религиозный союз, наверное, нет. Ну как? А зачем? У меня даже друзья, по-моему, не добегают караваны. Пройти ко мне, посмотреть, где Фес. Так ему открытые границы можно. Потом захочу в тебя ядерку бросать, а там, ой, кризис, вы в союзника бросаете, вот это вот. Как так можно? А? Я ж поэтому союз тебе и кидаю. А, чтобы я в тебя ядерки не кидал. Чтобы кризис мы этого обновить. Как похорошели украинские города при инках, да? Да-да. Особенно на Запорожье налюбоваться не смотрел. Налюбоваться не могу. В сравнении с реальной жизнью. А
А мне вот нравится заповедник в Луганске. С оленями. Тайвань трейд. Вьетнам. Извини, Португалия, но нет. Это подскажет, где пластмасса находится? Я не вижу. Не слышно? Все, блин, замерились, ты не хочешь. Ну, я не очень верю, что ты прям не будешь отправлять караваны. Не буду. У меня сейчас бегают три внешних каравана, которые я отпустил еще... как бы до мира хрен знает когда. Вот они у меня добегают в Валенту, кстати, все три бегают, и все. Угольная электростанция дает бонус без электричества, ну без угля в смысле. Да. То есть даже, грубо говоря, если у тебя закончился уголь, то их есть смысл ставить все равно. Ну, ладно, их просто вообще надо везде ставить, где у тебя есть нормальное соседство у промышленных зон. А уголь есть или нет, это только... Пофигу. Это просто только зависит на электричество, да. Ну, то есть, грубо говоря, если у тебя нету нормального соседства у промышленной зоны, то там можно не угольную поставить, потому что она, ну, блин, она просто дает столько производства, столько соседства. У меня, конечно, места хорошие, но ресурсов просто нет. Вообще причем. Да, я вообще фиг. У меня один ресурс роскоши на всю территорию. Это первый раз такое вижу. Как бы, ладно, угля, ну хоть нефть была бы там, ну, блин, вообще ничего нет. Типа ни угля, ни алюминия. Я вообще хз. Просто... Нифига нет. Ну, сорян, уголь не дам. Никак. Я сам его у Вьетнама выкупил. Понятно. Я же говорю, у меня нет ни угля, ничего этого. Я... У меня уголь есть, давайте. Че, готов торговать углем? Я Вьетнаму... Сколько я тебе дал? 4 лакшери, да, разве? Да, ты мне дал 4 ресурса роскоши. А вот испанец мне дал очень много денег и табак. Он прибедняется, что у него лакшери нет. У тебя и самое главное — топливо. А, блин, у меня вот тут... Я забыл, что вы говорили. Плотина. Что? В смысле, зачем компьютер? Плотина. Что компьютеры, блин? Какой вопрос, такой ответ. А, за космопортом. За космопортом. А космопорт где? Ясно. Ну не скоро. Тогда утонешь. Понял. Так там еще самолетики нужно изучить. Ох, прощай мой центр коммерции. Чё-то наука просела после потопа. Ну вообще, чё-то... ладно.
Просто ураган пришел. Отложу тут, да, как раз театралку начну строить. У меня так, пришел, а просто тут... два кампуса сломал. Вообще наглухо. Ну тут даже чудо негде мне ставить по-хорошему. У меня. Хотя, может, здесь, где я. Эрмитаж. А надо ли? Нужен ли мне Эрмитаж? Не думаю. Нет, тут мы отложим. В Мирое. А я не могу здесь. Да. Так, давайте аквапарк. И здесь не могу. Ну это охренеть, конечно. Вот это подстава, вот это затопление и отсутствие плотины. Мне очень Валетта нужна. Просто очень. Ладно, давайте пока строителя. А, блин, я хотел отложить на один ход. Хотел театралку там сделать. Ничего, я на автомат поставлю. Инквизиторами вот эту всю заразу. Не надо. Буддизм это классно. У нас на Донбассе православные люди живут. Просто минус город. А не вот это вот все. Я, кстати, видел, как буддисты иногда самосожжение делали. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!